Здравствуйте! Начинаем эксперимент с тюльпанами. Розы я выбросил. Значит, они у нас простояли как бы в воде и в фанте примерно одинаково. Вот. Но чуть-чуть в фанте поменьше, там, ненамного, в квасе березовым она быстрее начала высыхать. Вот, гвоздика пока у нас стоит. Внутренняя часть подсохшая, все, но внешние кромки лепестки у нее пока живые. Вот, но внутри прорастание идет все отчетливее. Вот, идет прорастание. Будем ждать, что же там вырастет. На этот раз эксперимент попробуем с тюльпанами. Вот. Гвоздики показали, что в фанте, как видите, стоят очень долго. В квасе могли простоять, если бы не подломилась головка. Бутон не подломился, то могла посоревноваться с фантой. Березовка смог посоревноваться с фантой. Значит, сейчас мы ту же среду создаем для тюльпанов. Вода. Так, вода. Квас березовый. Очень такой ядреный кислый напиток, без дрожжей, без всего, закисает довольно быстро. Очень полезен. Рекомендую. Сейчас я, как говорится, новый сок начал уже снимать. Ставим в воду, ставим березовый квас. И ставим фанту. Вот. Так вот. Мы развернем их. Вот. Фанта. Ну, у нас гвоздика принимает участие теперь с тюльпанами. Пока аромат очень такой сильный от нее идет, значит, пока живая. Розы утратили полностью запах, поэтому их выбросил. Ну что ж, кажется, старт дан. Будем смотреть, что у нас из этого получится. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До свидания. Вот так вот. Мы выключим.